Да, но она больше о проблемах, которые возникают у афганцев, вернувшихся в Союз. Это невыдуманная история о двух братьев, с одним из которых я служил в Афганистане, а второй здесь в это время, он довольно известный деятель, обществовед по образованию. Написал несколько книг, фамилию называть не буду. Ну вот, судьба двух братьев, как я со стороны наблюдал. Песня о двух братьев. Проблемы там, вот они понятны будут. Я братьев двух когда-то знал. С одним в Афгане воевал. Ходили к черту на рога и ведьмам зубы. Стрелять он был, большой мастак. С 10 шагов менял пятак. Был по натуре весельчак, хоть с виду грубый. А старший был обществовед. На все вопросы знал ответ. Имел отдельный кабинет, машину, дачу. Жил то в Париже, то в Москве. Имел 7 пядей в голове. Да дело даже не в уме. Поймал удачу. И вот, когда, закончив срок, мы все покинули Восток. Домой вернулись те, кто смог дойти до цели. Явился к старшему меньшой, все ж как-никак, а брат родной. Тот накрывает стол большой, мол, ждал и верил. Нам спирт окопный глотки жег, а здесь французский коньячок. И корка семга, волосчок, язык телячий. И почему-то вспомнил я, как провожали нас друзья. Чеснок, 4 сухаря. Да фляжка чачи. Меньшой сидел и молча пил. Тут старший тост провозгласил. И выпил из последних сил за тех, кто в море. И, повертев на свет стакан, сказал икая: «Слышь, братан, да плюнь ты на Афганистан, он не в фаворе. Пройдет каких-то пара лет, его забудут, было нет. Твой автомат и пистолет глупцам забава. Иные нынче времена, другие мерки и цена. Кому нужна твоя война? Да что ты, права. Бери пример вон, хотя бы с меня. В героях не был я ни дня. А посмотри, моя семья в шелках и славе. Имею в обществе престиж, то в Лондон езжу, то в Париж. То в Риме с месяц погостишь, а то в Оттаве. Тут младшего тяжелый взгляд. Его прервал: «Отставить, брат. Я не политик, я солдат, и мне до дверцы. Вся философия твоя и золотая чешуя гнилых сентенций. Да что ты знаешь о войне? Вы здесь погрязли в барахле. И лозунг «Я тебе, ты мне», как песня вам. А на иного подлеца вполне хватило бы свинца, неполных 9 грамм. Иной до титулов дорос. А как дорос, еще вопрос. Здесь главное по ветру нос держать умело. А я хотел бы посмотреть, какие песни станешь петь ты под обстрелом. Чтоб ты в Европу ездить мог, дань кровью брал с меня Восток. Я больше износил сапог, чем ты, Штиблетов. Ты здесь в арабскую кровать с женой ложился почивать, а там привык на камне спать, я с пистолетом. Мой друг не мастер говорить, умел он в спорах трезвым быть, но вижу, начал заводить его браточек. И друга я увел к себе во избежание ЧП. Мы с ним бродили по Москве до самой ночи. Какая б ни была беда, мы слез не лили никогда. Обиды горькая вода, бойцу опасна. Друг, стиснув зубы, соль глотал. Что думал он, о чем молчал? Я думал так же, мне было ясно. Потом судьба нас развела. Его на север позвала. Меня замучили дела. Работа, дети, а брат его, обществовед, тот в Париж уехал на...